Будут автоматизированные системы, которые позволят получать автоматическую информацию и быстро ее передавать в центр сбора данных, впоследствии анализировать и так далее. Кроме того, у нас будет в рамках вот этой программы закуплена, также поставлена нам и передвижная лаборатория, которая позволит проводить различного рода наблюдения, сборы проб и так далее на отдельных полях, да, то есть выезжать, забирать пробы, то есть проводить наблюдения, потом их анализировать. То есть будет решена проблема, которая позволяет нам в различные регионы выезжать, да, то есть различные районы, скажем, республики, кажется. Но автоматизация — это всегда, я думаю, хорошо, да, в том плане, что роль человека, роль будет сведена чуть-чуть, ну, к меньшим, так скажем, действиям. Думаю, что это будет положительным для нас.